столичных Лужниках прошло 17-е международное автошоу «Автоэкзотика-2013», где телеканал «Автоплюс» выявил самый экзотичный автомобиль. Вот уже 17 лет подряд «Автоэкзотика» собирает в столице ценителей и поклонников необычной техники. В столичных Лужниках на одной территории организаторам удалось собрать более 3000 уникальных в своем роде автомобилей из 9 разных стран. «Автоэкзотика» — непростая выставка. Здесь экспонаты состязались на звания лучших в 40 номинациях. Ретро-техника, хот-роды, кастомы, крейзи-кары, тюнинговые авто, военные автомобили. Жюри пришлось изрядно попотеть, выбирая победителей в таком огромном списке уникальных машин. Партнером «Автоэкзотики-2013» выступил телеканал «Автоплюс». Приняла участие в выставке телеведущая канала, автор программ «Тюнинг-ателье «Экзотика» Екатерина Каренина. Второй день, отличное шоу «Автоэкзотика-2013», в котором я тоже принимаю участие со своим стендом. У меня 3 автомобиля, и так получилось, что неразрывно с «Автоплюсом» мы вместе, у нас даже стенды рядом. Я купила еще одну машину, а через месяц для вас будет сюрприз. В рамках шоу Екатерина Каренина наградила победителя в номинации «Выбор телеканала «Автоплюс». Из всех участников был выбран самый уникальный, единственный в своем роде автомобиль – «Хорьх 830R». Это чудо было найдено 10 лет назад на переправе 16-й танковой дивизии под командом генерала Хуба. На данный момент реставрация практически закончена. Машина находится на ходу. Оригинальность ее составляет 95%. Это единственный в мире сохранившийся автомобиль. Также интерес представляет то, что этот автомобиль был произведен кузовным ателье «Глейзер». Таких машин было произведено всего лишь 20 штук.